Европа страдает от лесных пожаров. Во Франции из-за разгула стихии эвакуировали более 10 тысяч человек. Огонь бушует на лазурном берегу республики, недалеко от популярного курорта Сен-Тропе. Площадь возгорания уже превысила 3000 гектаров. С огнем борются специальные самолеты и порядка 2000 пожарных. Несколько десятков спасателей, кстати, во время работы пострадали. Ранее французские власти признали, что не могут самостоятельно справиться со стихией и обратились за помощью к Евросоюзу. Похожая ситуация сложилась и в Португалии. Там спасателям также не хватает средств для борьбы с пламенем.